Как я понимаю, здесь собрались в большинстве своем люди, которые являются антивинальщиками, поэтому и о вреде винальной частицы здесь уже, наверное, было сказано много. Я думаю, не стоит мне повторять предыдущих ораторов и опять же говорить о вреде винальной частицы. Да, безусловно, мы должны оградить влияние на наше законодательство не только так называемых специалистов в кавычках Запада, но мы знаем, что пытаются влиять и на наш семейный уклад, нашего многонационального государства, и так называемые специалисты с Ближнего Востока, которые стравливают друг на друга народы, и в первую очередь народы Кавказа. Вы знаете, если все время ювенальщики, как мы их называем, пытаются внедрить тот или иной законопроект, значит, есть какая-то брешь в нынешнем законодательстве. Мы почему-то все время гранаты перекидываем обратно. Каждый раз нам приходится применить максимум усилий, чтобы заблокировать, заглушить тот или иной законопроект. И вот сейчас опять встал вопрос о том, чтобы не прошел в жизнь законопроект о социальном патронате и законопроект по винальной юстиции, да. Так, может быть, пора господам депутатам и тем общественным деятелям, которые здесь присутствуют, разработать свой законопроект, который будет гарантировать право родителей воспитывать своего ребенка. Этот закон ответит на очень многие вопросы и заблокирует очень многие попытки повлиять на наши семьи. А уже даже об этом и Архиерейский собор, который прошел в 2013 году, сказал, что необходимо разработать законопроект и внедрить его обязательно в жизнь, который гарантировал бы право родителя, где родители бы назывались бы своими именами, мужчина, женщина, право родителя на воспитание своего ребенка. И только это право родителя на воспитание именно своего ребенка.